У вас есть женское счастье, а мужское? Я сейчас говорю о цветах. Знакомьтесь, это спатифилум, или как его называют в народе, женское счастье. А это антуриум, или как его именуют, мужское счастье. Считается, что эти цветы приносят удачу своим хозяевам. Одиноким найти свою вторую половинку, семейным обрести счастье. Но для этого растения должны пышно цвести, а тут многие цветоводы совершают ошибку. Только купят цветок, сразу стараются его пересадить, да в горшок побольше, попросторней. Ни в коем случае так не делайте. Спатифилум и антуриум цветут только в тесных горшках, поэтому не берите маленькому цветку вот такое большое кашпо на вырост. Что еще любят эти растения? Конечно, полив, влажность и подкормку. 2 раза в неделю опрыскиваем их из пульверизатора. Но чтобы вода не попадала на цветы, их можно закрыть рукой, вот так. Поливаем только теплой водой, ведь растения эти тропические и холода не переносят. Чем же их подкормить для пышного цветения? Самый простой вариант — взять в аптечке перекись водорода. Добавляем столовую ложку в литр воды и сразу поливаем. Перекись водорода — это, конечно, не удобрение, но выступает как стимулятор роста. Даже те экземпляры, которые давно не цветут, после перекиси пробуждаются и дают цветоноса. Ну а если вы хотите очень много цветов, тогда купите в магазине для садоводства простое и недорогое удобрение монокалий фосфат. Добавляем в литр воды 2 грамма, это примерно 1/3 чайной ложки. Сюда же на кончике ножа янтарную кислоту. Размешиваем и поливаем. Эффект вас удивит. Ваши растения зацветут так же пышно, как мои. Не забудьте их поставить на светлый подоконник. И пусть растут пышно и красиво, вам на радость и, конечно, на счастье.